Были, конечно, офицеры такие, что ужасно. Спали в казарму, типа казармы. В 6 утра подъем и до 10 вечера на улице ходили постоянно. Заставляли там некоторых, конечно, с простреленными коленями заставляли идти, ползти. Такое было. Ну, вообще привезли на лагерь, простреленные оба колена. Ему ползи, как хочешь, нам все равно. Такое было, да.